Казанском университете скоро стартует приемная комиссия. Все, что нужно знать о ней, расскажем в нашем следующем сюжете. В этом году приемная комиссия будет открыта традиционно во втором корпусе Казанского университета на Кремлевской, 35. Это будет единственным местом приема документов для граждан Российской Федерации. Для граждан же других государств открыт приемный пункт на Кремлевской, 25. Приемная кампания приняла особенности в некотором роде прошлого года. То есть мы остаемся полностью в дистанционном формате приема документов. Оригиналы документов в этом году подавать не требуется. То есть как приемная кампания, так и прием заявлений в этом году будет проходить в дистанционном формате. Основная волна наплыва абитуриентов ожидается после 20 июня, когда приемная комиссия полноценно откроет двери как для граждан Российской Федерации, так и продолжит прием для граждан иностранных государств. С 20 июня по 29 июля мы принимаем документы, и приказ о зачислении на бюджетные места мы выпускаем 17 августа. Зачисление в этом году происходит в одну волну. В этом году в целом по вузу с филиалами 7162 места бюджетных. Это бакалавриат, специалитет и магистратура. На сегодняшний день регистрацию в личном кабинете на сайт Казанского университета «Буду студентом» прошли уже более 2000 пользователей. В данный момент ведется активный прием иностранных граждан. Это та группа, у которых уже есть документ об образовании. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.